Несмотря на то, что каста далитов или неприкасаемых считается низшей, у них тоже есть деление на касты. Дурги из сообщества Ками, а его дочь Сунита вышла замуж за Дарджи. Даже внутри низшей касты есть деление на касты, и между ними огромная разница. Мы разорвали все отношения с ней. Вся наша социальная жизнь, культура, все пошло кувырком после того, как она вышла замуж за человека из низшей касты. Я не хочу ее видеть, не хочу смотреть ей в глаза, и даже имени ее слышать не хочу. Когда я вышла замуж за Рамеша, мне было 14 лет. У меня в семье были проблемы, поэтому я так рано вышла замуж. Никто не покупал мне тетрадки и ручки, не говорил мне, что надо учиться. Папа говорил, что в моем возрасте ходить в школу просто бессмысленно. Что ты будешь делать, когда получишь образование? Мой отец все время работал. У нас были непростые отношения, он постоянно кричал на нас. Он только и делал, что работал и работал, да еще хотел, чтобы все остальные делали то же самое. Наверное, сейчас он осознал важность образования, поэтому начал ходить в школу. Я не признаю эту кастовую систему, ее создал не Бог, это людских рук дело. Если я позвоню папе, он не будет со мной разговаривать, а сам он не звонит никогда. Его не беспокоит, что дома нет соли и вообще еды. Он собрал сумку и пошел в школу. Его жене было тяжело. Если бы он занимался семьей, то у него не было бы времени на себя. Он состоятельный человек. У него есть дом, земля. Если все это обрабатывать, всем хватит на жизнь. Там все брошено. На этом поле никто не работает. У него сейчас столько земли, что этого бы хватило на 3 дома. Мой отец постоянно твердил: мои сыновья ни для семьи, ни для меня ничего сделать не могут. А мы не могли, потому что мама умерла рано. А кто еще нам даст совет? Так что нам пришлось уйти из дома. Папа любил повторять, что из-за того, что мы ничего не делаем, все обязанности лежат на нем. Поэтому мы решили жить отдельно.